я решила купить нам тренинг. Хочу тебя немного прокачать. Отличная идея. Ну, давай со следующего месяца. Ну, ладно. А почему? Ну, сейчас реально нет денег. Ну, вроде есть. Вот именно, есть. Что есть будем, если все деньги отдадим за тренинг? Ну, да. Ты прав. Мне кажется, нам нужно вообще больше заботиться о себе. Немного расслабиться, успокоиться. Время-то какое? Слушай, ну мы и так с тобой почти ничего не делаем. Все будет хорошо. Просто не сразу. Слушай, а откуда это «хорошо» возьмется, если мы с тобой ничего не делаем? Мы то откладываем на потом, то заботимся о себе. Все. Мне надоело. В конце концов, это я твоя хозяйка, и ты будешь делать то, что я тебе сказала.